Он там что-то жрет. В общем, не видно, но... Да вот. Но это ежик. Он где-то там. Вот он! Мосечка. Еду сейчас на УЗИ. После у меня процедура. А потом аж вечером в бассейн. Круто. Наверное. У нас вообще который день уже жара. Причем очень жара. Очень-очень. Я, конечно, сочувствую москвичам и вообще всем тем, у кого в городах дожди сейчас. И буря, это, конечно, капец. Сходила я с самого утра уже на УЗИ. Ну, как с утра, 12 часов дня. Ой, короче, не все так гладко. У меня УЗИ было гениталии и груди. В общем, придется подлечиться немного из-за гормональных каких-то сбоев. У меня там что-то где-то воспалилось. Ой. Бегу сейчас домой, у меня там уже выводится один видос. Я его выкину на YouTube. И не хочу сидеть дома, наверное, пойду гулять. Потому что с каждым разом, как хожу в больницу, у меня ощущение, что все, я ничего не хочу. Больше мне не хочется ничего. Ощущение, что ты умираешь. Ну, не прям, конечно, умираешь, но, в общем, как будто назад дороги нет. Типа того. Хотя, в принципе, так и есть. В общем, короче. У нас сегодня такой жуткий ветер. И это еще он не в полную силу дует. А я, знаете, что сделала? Я несколько дней, буквально вчера и сегодня, не была на процедурах. В последнее время ощутила, что у меня слишком сильные боли. И мне кажется, это как раз-таки от этих процедур, потому что до этого не было таких болей у меня. Короче, со вчерашнего дня я решила, что не буду доходить последние 3 сеанса, ну его нафиг, потому что очень стала болеть. Переночевав с этой мыслью, я поняла, что если я не дохожу последние 3 сеанса, то буду потом себя грызть за то, что... А может быть, у этих процедур накопительный эффект, и они бы мне хоть как-нибудь, но помогли. И последние 3 процедуры что-то бы дорешили. Короче, я думаю, вы понимаете. Завтра я поеду с самого утра записываться на прием на следующую неделю к мамологу и гинекологу. Нужно отнести это УЗИ, и, соответственно, они мне скажут, что дальше делать. И после записи уже, соответственно, побреду на процедуры. Отхожу четверг, пятницу и следующий понедельник. И это будет... Все. Но в целом я бы не советовала вообще никому проходить физиотерапию, потому что, не знаю, это вообще как-то очень сомнительно. Когда мы ездили в Курск, возвращаясь назад, мы ехали в таком ужасном автобусе, такой старый, обшарпанный, такой шарабан-сарай именно. И, знаете... Я еле доехала, мне очень было больно, я сидеть вообще никак не могла, вот просто вообще никак. Полулежа, и то у меня потом все болело, когда я разгибалась, когда я садилась. Ну, короче, знаете, никому не пожелаешь этого. Если вдруг меня смотрят люди, у которых были травмы такие, или, может быть, будут, не дай бог, сразу же обращайтесь к врачу, чтобы вам это все исправили, вернули на место, потому что если вы обратитесь, как я, через 10 или через 20 лет, то, блин, нужно будет делать операцию, и в этом ничего уж хорошего нет. Боже, что-то у нас так холодно. И откуда такой сладкий? Откуда такой холодный? Что-то нихера не лето. Я очень замерзла. Боже. Холодно не на шутку. Иду встречать парня с работы. И пойдем гулять. Несу ему кофту. Потому что прям похолодало очень. Ой, что-то я не туда вошла. Сегодня уже в куртке.
месяц. Я бегу записываться на прием. Для меня встать утром рано — это просто каторга какая-то. Я еле заставила себя подняться. Пустырь. Людей вообще нет. Обычно здесь даже с самого утра куча людей, куча с детьми, с собаками, с котами. Сейчас вообще никого нет. Забыла про то, что мне нужно, блин, на процедуры. Короче, села не на тот автобус, поехала не по той дороге. В общем, ехала я домой. На самом деле мне нужно было на процедуры, на другой автобус, на другую остановку. В общем, теперь два квартала бегу. Надеюсь успеть. Они там до 11. Вот что значит. Поставила себе уже, да, установку, что не хочу я эти процедуры делать. И все как бы на этом. Сказали, что процедуры эти... В общем, если не приходишь какой-то день, то будут засчитываться, поэтому нужно срочно-срочно каждую процедуру приходить, блин, ну а если не получается? Короче, отхожу я в пятницу, и в понедельник теперь у меня аж 3 врача сюда с утра, потом к 12 к мамологу и к 2 часам к гинекологу. Короче, весело будет мне в понедельник. Ю-ху! Хочу сходить купить горшки. Я все так и не купила. Вернее, купила, но один. Остальные мне что-то как-то не понравились. Я хотела все такие, чтобы были одинаковые. Но, в общем, не судьба, мне кажется. Поэтому выберу уже хоть более-менее что-нибудь нормальное. Потому что цветы уже нужно пересадить срочно. Так как время есть, в общем, нужно сходить, сделать эти все дела. А то я потом забываю, и, в общем, цветам уже плохо. А по поводу процедур, которые ты якобы не приходишь в процедурный день, в процедурное число, да, когда процедура сама, то по факту, как мне врач сказала, то введут такую фишку, типа, это будет засчитываться, как будто вы пришли. Ну, даже если вы не пришли. Короче, не пришел на процедуру, она засчитывается тебе, как будто ты был на ней. Короче, мне кажется, это бред какой-то. Просто она посмотрела, что у меня 2 дня, то, что я не ходила, пропущены, и решила мне такую фишку сказать, чтобы я, в общем, не пропускала, приходила. Потому что у них-то все больше и больше как бы желающих, да, и все больше очередь. В общем, им это не на руку, поэтому они еще работают на 2 кабинета, короче. Поэтому все так и получается. Решила меня обмануть, но я-то не совсем еще того. Снова идем гулять. И я только что монтировала ролик, который я сняла сегодня. И понимаю, что он, по-моему, даже больше получаса будет. Мне вот интересно, как вы против будете или нет. Там видео снова о моих рассуждениях. Так что внизу снова будет от меня комментарий, да или нет. И вы ставите лайки. Ну, я, наверное, в любом случае его выложу. Вот такая я. Пупырка.